Цель форума – рассказать о новшествах в области общественного самоуправления, обменяться опытом, поучиться у своих коллег. Ведь вся деятельность ТОСовцев направлена на то, чтобы улучшить условия жизни людей. Силами общественников проводятся массовые мероприятия и социальные акции. Организуется связь населения с властью, что позволяет решать острые вопросы. Это и участие в публичных слушаниях, и военно-патриотическое воспитание молодежи. Приятно, что они начали все это при нашем главе Пахомове Анатолии Николаевиче. Они к нему относятся с такой любовью и искренностью, что нам очень приятно. Хотелось бы пожелать анапчанам дальнейшего процветания, развития. Да, много у них хорошего мы переняли. То, что у нас нету, у них есть. Я думаю, что в дальнейшем мы их пригласим тоже к себе на форум и покажем наши достопримечательности, нашу работу, то, что мы делаем именно в городе Сочи. А у сочинцев есть чему поучиться. К примеру, в плане благоустройства. Дворики в районах, где к родному курорту относятся с душой, давно радуют глаз не только местных жителей, но и многочисленных гостей Сочи.